Однажды мужчина с гармошкой разговорился с грузинским таксистом о народном творчестве. «Не понимаю вас, русских», — сказал водитель. «Ходите и доказывайте друг другу, что народное искусство самое лучшее». «У нас это все и так знают». «А у нас не все», — ответил его пассажир. «И я буду это доказывать, даже если для этого придется умереть». Он тогда не знал, что сказанные тогда сгоряча слова оказались пророческими. Геннадий Заволокин. И мне нравится, я могу так вот играть. А если много возьмешь звуков, совсем красиво, видишь? Предвечный странник в сердцах.